приехали в шикарный отель, который 100%, я уверен, достоин вашего внимания. Мы с вами находимся в Турции, в Белеке, в рекламном туре. С вами тот самый турагент, меня по-прежнему зовут Эдуард. И это отель Belize Deluxe. Это просто райский рай, ребята. Кричат, приезжайте, приезжайте, друзья. Здесь так красиво, здесь так пахнет. Вы просто здесь, вот просто это не передать. Самое время приехать в этот отель. Ну что, друзья, это один из самых любимейших отелей. Многие здесь отдыхали в сезон и не в сезон, потому что бывает такое, что цены подскакивают вверх к сезону и приходится отдыхать в межсезонье. Но он неизменен, этот отель. Пойдем посмотрим. Нас встречает вот такой вот лобби, естественно, здесь. Я уже в отеле в этом все знаю, поэтому я сейчас вам быстренько все покажу и, собственно говоря, порекомендую его в следующий раз, когда вы будете от меня заказывать тур. Лобби-бар. Здесь алкогольные напитки все, в том числе и импортного производства. Вот такое вот здесь пространство, где можно посидеть, отдохнуть, попить кофеечек, чаечек, причем зерновой, соответственно, в рожках кофе. Там можно выйти на веранду. Пойдемте с вами дальше. Так, друзья, мы с вами спустились на минус первый этаж. Это уже выход на улицу, и нас встречает вот такая вот кафешечка. Ну и, собственно говоря, вот такие вот вкусняшки покушать. Давайте посмотрим. Вот так вот проведу вам. Посмотрите, чем здесь можно облизнуться. Здесь посидеть, отдохнуть или внутри, или выйти на такую вот красивую террасу вот с таким вот видом. С речушкой вот с такой вот. Здесь все это в цветах будет, естественно, сезон. Ну, уже, в принципе, сезон, да. Поэтому, ребята, самое время приехать в этот отель. Так, здесь у нас зона, соответственно, торговая, в том числе и с той стороны. Сверху у нас, соответственно, лобби. Здесь у нас с левой стороны ресторан. Так, ребятушки, здесь у нас спа-зона, хамам и все остальное. Ну, заходить я туда не буду, смысла никакого нет. Просто, как говорится, для вашего любопытства покажу его лобби. Едем дальше. Спортзал отеля Belize Deluxe. Здесь у нас различные тренажеры. Тренажеры марки Techno Gym. Это, как вы помните, показатель хороших тренажеров. И это правильный тон в спорте, потому что итальянские тренажеры Techno Gym пользуются большой популярностью в премиальных отелях. Ну что, идем дальше, посмотрим бассейн. Так, друзья, вот именно так выглядит бассейн в отеле Belize Deluxe, внутренний. Он здесь подогревается, но почему-то он сейчас закрыт, поэтому я, к сожалению, туда попасть не могу. Но, по крайней мере, вот так я вам его покажу. Вне сезон он работает, он с подогревом. С левой стороны там у нас бар, витамин-бар. Есть места для отдыха, ну и, соответственно, лежаки вокруг всего бассейна. Так, ребятушки, но пока мы идем с вами по Belize Deluxe, по мостику, хочу вам сказать, что это отель очень красивый, очень зеленый. Здесь есть огромный зоопарк, в котором обитает очень много животных, которые были спасены от тех или иных жизненных трудных обстоятельств и, собственно говоря, поселены в этот зоопарк. Значит, смотрите, приближаемся мы к вечернему лобби, вечернему бару. Здесь после закрытие тоже можно посидеть, после закрытия, в смысле, всего. Территория отеля на самом деле очень большая. Условно, грубо говоря, это корпус основной. Здесь корпус у нас жасмин идет. Здесь идет корпус мимоза. Вот эти вот все. Ну и, собственно говоря, бассейны и все остальное. Бар, пляж и, конечно же, аквапарк, к которому мы сейчас с вами и прогуляемся. Пробираемся сквозь фикусы и стремимся к аквапарку, который подогревается в зимний период. Это единственный, один из немногих отелей, в котором аквапарк подогревается зимой и взрослый, и детский. Причем детский аквапарк, он просто вот здесь вот горяченный, в том числе и зимой. То есть здесь он в виде затонувшего корабля сделан. Различные горки, собственно говоря, сами все видите. Мелкий бассейн, 35 сантиметров всего-навсего он глубиной. И взрослые могут полежать на лежаках, детки могут покупаться совершенно спокойно. Лежаков тут полно, на всех хватает. Поворачиваем голову и видим уже аквапарк для взрослых. Мы сейчас туда с вами подойдем. Так, друзья, еще тут, конечно, есть Наргил Клаб. Ну, то есть, грубо говоря, кальянчики здесь делают. Но, естественно, они здесь не бесплатные. Здесь они за денежки есть. Но зато есть очень много разных вкусов. $30 стоит. А $10 еще один уголь. Замена угля, да. То есть, имейте в виду. Здесь это тоже есть, это рядом расположено с бассейном. Здесь очень теплая вода, здесь она теплая вплоть до лета. Очень много разных горок, все они, естественно, задействованы. Здесь тоже на роликах все это доставляют, всю, как говорится, напитки, еду и так далее. Все, что хотите. Ну, еду вряд ли, но напитки точно вам привезут. Поэтому Belize Deluxe, ребята, это отель просто шикарного уровня. Ну, к сожалению, конечно, сейчас немножко дороговато стоит. Но, тем не менее, очень рекомендую вам приехать в этот отель, заказать тур именно от меня. Хочу вам показать вот здесь вот бар с алкогольными напитками импортного производства, которые разносят, в том числе, на роликах по всему
по всей территории отеля. Алкогольные напитки премиальные и, собственно говоря, импортного производства, и компании Мартини, и JB, и Джеймсон, и Грантс, и все здесь есть, абсолютно наливают. И водичка, конечно, во льду. Вечернее шоу проходит здесь. Плюс к этому, здесь есть GameLand. Эта услуга не бесплатная, естественно. Открывается она в 12.30, закрывается в 22.00. Здесь вы покупаете жетончики вот на этой стоечке. И можете играть на всех аттракционах, собственно говоря, которые представлены здесь. Ну а что по вечерам-то с детьми, спросите вы? Да очень все просто. Вот такой вот здесь есть Колизей, поляна для того, чтобы наслаждаться вечерними мини-диско, которые проводятся именно здесь. С детишками здесь пляшут, развлекают их, веселят и так далее. Поэтому, а мы с вами идем дальше и, наверное, мы сейчас ходим с вами на бич-бар и на пляж. А что в течение дня по развлекушкам, спросите вы? Да все очень просто, здесь развлекушек полно. Мимо проходите вот этой вот красоты, и вы посмотрите, какая это красота. Это же не передать словами, какие здесь петуньи красивые. Так, здесь у нас стреляют из ружья. Здесь вот и анимационные, скажем так, развлечения идут в течение дня. Плюс к этому здесь есть еще и боча, стрела из лука. И вот сейчас вот стреляют из вот такого вот пневматического пистолета. Ну, собственно говоря, развлекают чем могут. Это вот такая вот площадочка по дороге к морю. А с этой стороны у нас сейчас проходит дартс. С левой стороны у нас бич-бар. В бич-баре подают в том числе и снеки, в том числе и алкогольные напитки, и безалкогольные напитки в течение дня. Здесь накрывают напиточки, в том числе и фрукты. Значит, яблочки, груши, вот такие бананы с шоколадом. Дальше вот такие вот фруктовые наборы идут. Топпинги, ну а здесь можете уже перекусить. Идут холодные закусочки. Дальше идут кумпир. Дальше у нас идут макароны с соусом с таким, макароны с соусом с таким, рыбка. Дальше у нас идет курочка жареная, рис и говядина на гриле. Отлично. Здесь у нас чечевичный суп идет. Плюс топпинги к нему. И заканчивается все это хлебушком. Готовится это все прямо при вас здесь. Здесь вы можете также отдохнуть прямо на веранде на летней. Посидеть и понаслаждаться снеками. Идем дальше. Обозрим пляж. Значит, смотрите. С правой стороны, с левой стороны у нас лежаки. Море в этом году подобралось близко, поэтому как бы вот ситуация тут в этом году вот именно такая. Песок в перемешку с галькой, видите сами, она не крупная, но тем не менее она есть. Так, ну вот такой вот здесь есть пирс. На пирсе здесь бара нет, это просто пирс. Слева и справа лежаки. Ну, собственно говоря, ребята, Белиз Делюкс, мы идем с вами дальше исследовать отель. Смотрите, розы цветут уже в отеле Белиз Делюкс. Здесь можно отдохнуть на таких вот там чайчиках, в том числе и на лежаках. Небольшой совершенно бассейн, но здесь вот как-то вот так. Ну, детишки все равно плавают, не знаю. Вот. Давайте посмотрим с вами детский клуб и уже будем продвигаться к корпусам Мимоза. Здесь готовят гюзлеме, вот на таких вот подносиках. Гюзлеме, да, здесь гюзлеме. И с сыром, и с фаршем, и с картофелем, и со шпинатом. Все готовят при вас, отдают. Здесь, конечно, это все работает не всегда, в определенные часы. Поэтому в том числе здесь есть и водичка, и айранчик здесь тоже есть два. А мы с вами продвигаемся дальше. Так, ребятушки, мы с вами пришли в детский клуб отеля Белиз Делюкс. Ну что, что нас здесь встречает? Вот такая вот площадочка, где с детишками рисуют, прежде всего. Ну и дальше у нас качельки, карусельки, скалодромы, горки, крутилки, лазилки. Детей здесь много, детишки довольные. Ну, собственно говоря, покрытие здесь мягкое. За всем следят. Идем дальше. И вот рядом вот с такой вот вывеской Green Square у нас таится еще один интересный уголок в отеле Белиз Делюкс, где готовят снеки, в том числе можно здесь перекусить. В течение дня здесь 4 стола теннисных, настольный теннис. Вот такая вот красивейшая территория. Обалденный ландшафтный дизайн. И, собственно говоря, давайте посмотрим, что здесь готовят. Пиццу. Пицца здесь есть маргарита, здесь есть пепперони, здесь есть салат Mediterranean, здесь есть салат шопский, здесь салат овощные, есть салаты. Собственно говоря, вот такая вот здесь атмосфера. В тенечке здесь можно посидеть, очень приятно. Между прочим, ребят, вот я вот здесь нахожусь уже примерно полчаса, я уже, честно говоря, зажарел. 25 апреля, а жарко здесь реально. То есть, как бы сезон начинается с каждым днем, становится все жарче и жарче. Поэтому это бистро отеля Белиз Делюкс. Класс, очень хорошая территория, в том числе здесь есть и бар. Еще один бассейн отеля Белиз Делюкс, он располагается рядом с корпусами Камелия. Купаться здесь могут все люди, проживающие в этом отеле. Просто он находится немножко ближе к этим корпусам, поэтому гости этих корпусов удобно купаются в этом бассейне. Ну а мы с вами, ребята, подошли к виллам. Здесь вот такая вот красивейшая зеленая территория. Естественно, они стоят дороже. Вот этот вот корпус Камелия, он стоит дешевле немножко. Бывает такое, что дешевле разместиться в корпусе Камелия,
чем в корпусе стандартном. Они ничем не хуже, чем основной корпус, просто они находятся в небольшом отдалении, вот и все. А мы с вами, друзья, отдаляемся от основного корпуса, становится тише, становится чуть благородней, появляется запах жасмина, а это значит, мы с вами приближаемся к корпусу жасмин, ребята, вот по такой вот дорожке, здесь два теннисных поля. Что это такое за корпус? Это корпус, в котором есть свой ресторан, в котором есть свой бар, в котором есть своя территория, в котором есть номера с выходом к бассейну и в котором пахнет. Пахнет так, ребята, вы просто... Здесь хочется дышать полной грудью, чтобы вот так грудная клетка ходила. Понимаете, здесь пахнет вот этими вот апельсинами. Я так понимаю, что это то ли апельсины, то ли это... Ну, может быть, это и жасмин, как бы, корпус жасмин, но вон там висят грейпфруты. Вот такая вот здесь замечательная территория. Здесь красиво, здесь просто замечательно. Ресторан называется Биганвиль. Он находится... Ну, по Одели. Так, ребятушки, мы с вами подошли уже к бару «Жасмин». Трехэтажные корпуса, есть номера с выходом к бассейну. Здесь есть своя площадочка детская. Ну и, соответственно, бар, в котором могут напитки подаваться только лишь жителям корпуса «Жасмин». Но, честно говоря, думаю, что если вы подойдете, ничего страшного не произойдет. Если вы будете жить в обычном корпусе, стандартном, и придете сюда, я думаю, что вас обслужат здесь легко. Вот такие вот здесь бассейны. Ну, здесь, конечно, очень мало сейчас людей живет, потому что в основном все заселены в корпусе основном. Но, тем не менее, вот номер, вот выход к бассейну. И, собственно говоря, вот такая вот приватная территория. Красивая до безумия. Красивая такая, ребята. Здесь так красиво, здесь так пахнет. Вы просто здесь, вот просто это не передать. Это нужно приехать, набрать полный легкий воздуха и не выдыхать как минимум полминуты. Друзья, мы подходим с вами еще к одной очень интересной локации. Это место, где животные моют ноги. Например, лошадкам или же каким-то другим животным. В общем, мы с вами, ребята, подходим куда? Куда? Конечно же, это зоопарк. Это святая святых отеля Белиз Делюкс. Ну и, собственно говоря, зоопарк начинается с конной фермы. Здесь можете прокатиться, в том числе на лошадке, но это стоит денежек. Здесь лошадки живут. Такая вот тут небольшая детская площадочка, плюс еще несколько батутов тут есть. Для того, чтобы, если устали смотреть на животных, могли вот так вот поиграть здесь с детьми. Вот так вот она выглядит. И разноцветные, в общем, разные лошадки, коричневые. Смотрите, здесь можете покататься на них. Ну или взять корм, покормить. Это тоже можно. Ну ты как, друг? У тебя все хорошо? А еще тут есть друзья наши меньшие. Вот они, товарищи наши. Ну привет, друзья. Как вы? Че вы? Где вы? Как вы? Ну вот, вот они. Товарищи, жарко вам, что ли, или чего? Так, ребятки, ну что тут у вас происходит? Чешется, что ли? Чешется. Кстати говоря, еще один павлин Маврин открыл для вас, мои подписчики, свой пушистый хвостик. Вот так вот он выглядит. Давайте вместе с вами, ребята, посчитаем плюсы этого отеля. Смотрите, раз, есть аквапарк, подогреваемый в зимний период, и, собственно говоря, летом он тоже теплый. Два, шикарная территория. Три, хорошее качество сервиса, обслуживания, питания и всего остального. 4. Зоопарк. Это очень важно. 5. Хороший, действительно, это отель в плане семейного отдыха, потому что везде есть детские площадки, везде есть какие-то активити в течение дня. Да, есть, конечно, и минусы. Это один единственный минус, это цена. Будем подбирать для вас все равно этот отель на межсезонье, будем ловить какие-то скидочные варианты. Будем каким-то образом выходить из положения, чтобы вы попали сюда. Я хочу, чтобы вы сюда попали. Поэтому напоминаю, что я онлайн-турагент. Забронирую тур для вас, где бы вы ни находились. Москва, Казань, Минеральные воды. Где угодно абсолютно. Краснодар, где угодно. Поэтому связывайтесь со мной. Пишите мне здесь в комментариях. Пишите мне в Инстаграм. Пишите мне в Телеграм-канал. Все контакты я оставляю под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И оставайтесь, конечно, со мной на связи. Пару слов, как я работаю. Мы с вами делаем подборку отелей. Мы с вами заключаем договор. Мы с вами делаем предоплату. Естественно, вы получаете чек. Предоплату мы можем сделать любым способом. Хотите встретиться, если вы в зоне досягаемости моей? Я приеду, возьму у вас деньги, привезу вам чек и все документы. Не хотите со мной встречаться? Пожалуйста, ради бога, я уважаю ваше мнение. Я вам отправлю ссылку на подписание договора, я вам отправлю ссылку на предоплату, далее я вам отправлю ссылку на доплату, когда это потребует туроператор,
И, собственно говоря, мы с вами полностью оформляем тур онлайн, дистанционно, полностью в белую, все по закону, никаких проволочек. Поэтому бронируйте туры через меня. Цены у меня самые лучшие, можете проверить. Онлайн-турагент, тот самый турагент. Всем пока, это был Belize Deluxe.